понял. С ним, он порнул, да? Смотри. В смысле? Ты дурак, что ли? Он, слушайте, вы, может быть, правы, но матерные выражения, как это может быть? Ты что, вы личные заметки? В смысле? Я просто в шоке, что происходит. Правильно. Конечно, но... Позовите охрану, жесть вообще. Сюда. Они включили порнуху, я так сказала. Все, женщин мы ругаем, морали их учим. А кто учит-то? Кто об этом говорит? Мужчины, мы с вами. Мы с вами те самые мужчины, которые решили пранкануть, придя в общественную библиотеку и на весь зал включить фильмы для взрослых. Ай, как весело, ай, как хорошо, ай, какие мы молодцы. И теперь женщин пойдем дальше ругать, какие же они у нас негодяйки. Друзья, иногда думайте головой, что вы делаете.